смотрю, как 6-метровая ракета урагана падает просто вертикально и рассыпает кассету. Тупая идея была на вас напасть. Шесть кассет! Вон! Я от радости не прыгал никогда, когда уничтожал противника. У меня мысль такая, чего тебе не хватало дома? Так получилось, что когда война началась, ротный отправил меня на учебку. На Западной Украине меня новость встретила. Это было утро 24-го, я проснулся в казарме. Казарма вся гудела, типа, ну, нападение на Киев. Я такой, что? Выхожу на ЦП, смотрю на плазму, ну и был неприятно удивлен. Может быть, меня командир и спас этой учебкой получилось, но спасение такое очень грустное, потому что я не был со своими парнями. Почти каждый день начала приходить смс-ка, погиб тот, погиб второй твой лучший друг, третий, и земляки. И очень тяжело это для психики, когда ты с ребятами долго служишь, ты становишься с ними ближе, чем с родными братьями даже. Это даже не дружба, это товарищество армейское, когда тебе просто вот дают человека, и ты должен с ним служить, привыкать к его трещинкам, там, не цапаться, не гавкаться. Я люблю морскую пехоту! Залы! Давай, пошел! Вообще пошел я из мести в армию, ну, воевать. Хотел отомстить сепарам, потому что за то, что они сделали с Донецком, с моим городом. Просто забирали у людей дома, машины. Одного паренька выкинули из Хонды и застрелили 20-летнего просто за тачку. Я видел, как они минометом стреляли по городу, по мирным кварталам, просто во все стороны. Просто, ну, сами жители Донецка не могут об этом рассказать, потому что его сразу заберут за шкирку и отвезут, да и закопают. Город выглядит как скелет краба, типа, ну, на вид краб, а внутри уже мякоти нема, там. Все разворовано, стырено и выведено полностью. В итоге отомстил, уничтожил много противников и понял, что от мести мне не полегчало. Сейчас мотивация просто за свободу, против диктатуры, против геноцида. Я считаю, что это геноцид украинского народа. Потому что сколько они, 3000 ракет выпустили по мирным жителям, бьют своим высокоточным оружием по 9-этажкам. Ну, это слабость. Это потому что они не могут по земле к нам подойти. Все, что им остается, это бросать на нас 3-тонные ракеты. Не 5 минут тишины. Там заходишь под вертолет, выходишь под самолет. В АТО не было авиации, по нам не использовалось. Много новых звуков я услышал. Фосфор увидел в первый раз. Кассета урагана нас накрывала. Просто шли за водой, и я увидел. Сначала сверхзвуковые хлопки услышал, а потом вот так вот смотрю вперед и вверх. И смотрю, как 6-метровая ракета урагана падает просто вертикально и рассыпает кассету. А следующие в этот момент были уже прямо над нами. Мы находились в посадке. Просто там ни ямок, ничего не было, короче. И мы просто легли, вжались друг в друга. И тогда прошел момент, за который я люблю армию. Я был без брони тогда, пошел за водой. И товарищ был в броне, и он меня с собой накрыл. А мы лежали прямо в центре, в эпицентре кассеты урагана. Она взрывалась всего так вот в 5 метрах. И никого не тронуло из 5 человек. Это было просто... Морская пехота – це морская пехота. Море у небе, на земле. Я дуже пишаюсь. И человек, который послужит в ней и хорошо послужит, тот поймет мои слова. Просто будет за себя гордость и за товарищей. Хочу сказать жителям Украины, кто хочет идти в армию или воевать, идите, ничего тут страшного. Но первое время легко не будет, как и на любом новом месте, в принципе. Здесь свои правила, свои традиции, они чтутся и будут. Встретите здесь таких людей, которых на гражданке очень тяжело встретить. Здесь, ну, особый склад ума у ребят. Для меня морская пехота – это на всю жизнь. Я люблю морскую пехоту! Куда вы пришли, блядь? Тут тяжкие обороты. Я люблю морскую пехоту! Я люблю морскую пехоту! Морпех! Сила! Морской пехоте! Слава!
Поеду, у меня есть мотоцикл хороший, поеду по Украине. Месяц буду кататься до посинения. С отключенным телефоном. Для меня главная ценность – это свобода. Чтобы все могли путешествовать, перемещаться, никакой диктатуры, никаких геноцидов. Чтобы соседи наши, агрессоры, тоже немножко раздуплились, что ли. Не знаю, чего им не хватало, когда смотришь на погибших и их бойцов. Ну, я от радости не прыгал никогда, когда уничтожал противника. У меня мысль такая, чего тебе не хватало дома? Чего им там не хватало? У них есть все абсолютно. Тупая идея была на вас напасть.